Здравствуйте, коллеги. Наш пресс-центр retail.ru продолжает свою работу. Напомню, мы на выставке Retail Week. Рядом со мной новый интересный спикер. Здравствуйте, представьтесь, какую компанию представляете? Добрый день, меня зовут Грачай Алексанян. Я представляю компанию Win Solutions. Мы разрабатываем интеллектуальных помощников для бизнеса. Верим в то, что коммуникация с покупателями посредством мобильных приложений и почтовых рассылок умерла. И мы будем помогать им коммуницировать с новыми покупателями посредством мессенджеров, соцсетей и других привычных вещей. То есть там, где человек всегда коммуницирует с другим человеком. Потому что мы верим, что бизнес и люди, они по сути должны быть примерно на одном уровне и должны одинаково общаться, вне зависимости от того, там, разговариваешь ты с компанией или с человеком. Поэтому мы стараемся функционал, который есть сейчас в мобильных приложениях, перенести в чат-боты и дать покупателям возможность общаться с сетями, сетям стать более открытыми и при этом не заниматься установкой дополнительных приложений, регистрацией и прочей истории, которая, ну, не очень удобна пользователям сейчас. Мы со своим стендом находимся в самом начале, 11-й стенд, магазин 4.0. Вот, приходите, мы вам обязательно расскажем чуть поподробнее о том, что это такое, как это работает и почему покупатель должен разговаривать с вами в мессенджере или соцсети, а не в приложении или на сайте. Очень интересно и, главное, в духе 21 века. Расскажите, пожалуйста, выставка только началась, но все же, какие ваши впечатления? Выставка очень клевая, я встретил очень много друзей, знакомых, мы там уже лет 15 в рознице. Ну, как обычно, у нас собрались все здесь, поэтому мы каждый год ждем и приходим, поэтому очень круто, много интересных решений. Не можем разобраться, нам надо на своем стенде стоять и показывать людям свои решения или ходить по выставке и смотреть другие, потому что очень много всего интересного. Мы пожелаем вам удачи на выставке с вашим интересным современным решением и до встречи в следующем году. Спасибо большое, приходите, будем вас ждать, поможем. Спасибо.